Казахстан готов предоставить грант на обучение английскому языку девочке Беркучи из Монголии. Базовые знания помогут ей обучаться в Гарварде. Туда ее пригласили пару лет назад. Всемирно известная Беркучи Айшолпан Нургаипкызы прибыла в Казахстан на минувшей неделе. Этническая казашка историческую родину посетила впервые. Впервые о самой юной девочке Беркучи мир узнал 2 года назад. Короткометражный фильм об этнической казашке из Монголии, мастерски владеющей искусством охоты с ловчими птицами, снял американский режиссер Отто Белла. Девочкой, ставшей символом кочевой жизни в современном мире, заинтересовались буквально все зарубежные СМИ. Айшолпан Нургаипкызы побывала уже более чем в 30 странах. В одном из интервью журналистам она рассказала, что очень мечтает побывать на своей стране. Исторической родине. И лишь в этом году она впервые по приглашению Международного образовательного фонда образования и инновации приехала в Казахстан. В Казахстане Айшолпан ждет насыщенная программа, знакомство с историей и достопримечательностями родной земли. Она с неподдельным интересом рассматривает каждый экспонат в Национальном музее. В выставочном павильоне кочевой культуры внимание привлекает чучело ловчей птицы. Издревле беркут считается особенной птицей для казахов. Он чувствует энергетику, есть в нем что-то сакральное. Заниматься охотой с ловчими птицами дано не каждому, да и дело это нелегкое. Летом вес беркута достигает 15-20 килограммов, а зимой меньше 8-10. Искусство беркучи для Айшолпан имеет особое значение. Ее предки до 7-го колена занимались этим делом. Отец передал все знания ей, так как считает, что из 4 детей лишь у нее есть способности к обучению ловчих птиц. Впервые к тренировкам беркута она приступила в 8 лет, а уже в 10 смело выезжала на охоту вместе с отцом. Лаура Байбачанова, Булат Пектабалдиев. Итоги дня.